серия. Вот все цивильно, вход, билеты. Билеты обошлись 1250. Ну, сейчас пойдем по всем маршрутам. Погуляем. Так, всем здравствуйте. Зовут меня Анастасия. Я буду вашим экспертом проводником по пещере. Для начала правила поведения. Итак, самое главное, фанатичное образование в пещере мы не прикасаемся. Трогать ничего нельзя. Рекомендую придерживаться вот такие вот поручни металлические. Из-за повышенной влажности в пещере местами скользко. Будьте осторожны. Передвигаться будем по бетонированным дорожкам, за пределы которых не заходим. Вперед меня не забегаем. От группы тоже не отставайте. И что касается фотосъемки, видеосъемки, ведем ее по ходу движения вперед. На обратном пути идем уже без остановок. Времени-то обычно не остается. В пещере ничего не кушаем, не пьем, не царим, не шумим. Думаю, это понятно. На его северном склоне. На высоте 918 метров над уровнем моря. И перед вами план-схема пещеры Мрамора. Общая протяженность всех ходов исследованных составляет 2 километра 55 метров. Пещера условно разделяется на три галереи. Это главная галерея, боковое ответвление тигровый вход и нижняя закрытая часть пещеры. Экскурсии там не проводят. На данный момент это карстовый минералогический заповедник. Мы с вами находимся в этой точке у искусственного входа в пещеру. Сначала посетим галерею сказок, это зеленый маршрут. У нас будет множество остановок, две смотровые площадки, из которых мы видим панораму обвального или же зала перестройки. Затем спустимся, пройдем через него, дойдем до жемчужных озер, поднимемся чуточку выше на смотровую площадку дворцового зала и вернемся до этой развилки. После этого посетим тигровый вход. И тем же путем выберемся с вами на поверхность, может быть. Дорогу запомнили? Да. Вперед. Итак, мы с вами зашли в пещеру. Свое название мраморное, оно получилось из-за того, что залегает в толще мраморовидного или же мраморизованного известняка. С геологической точки зрения это и есть не до конца сформированный мрамор, скажем так, его промежуточная стадия. Саму пещеру открыли сравнительно недавно, в 1987 году. Впервые в пещеру спустились симферопольские спелеологи. Они проникли сюда через карстовый колодец, так называемый панор. Находится он выше на площадке, куда наверх уходит железная лестница. И мы с вами на обратном пути заглянем туда обязательно. Глубина колодца около 6 метров, диаметр ширина сантиметров 60, он очень узкий, поэтому в 89-м, когда пещеру решили оборудовать для посещения туристов, было, конечно же, целесообразно вырубить искусственный вход и, соответственно, выход на 2 метра выше по ступенькам. Сейчас фотка. Значит, без того. Это я уже проходил. Фотографии здесь сделать без подсветки никак. Итак, рядом с нами ниша юного спелеолога. Здесь можно обнаружить три основные формы наличных образований в пещере. Это свисающие сталактиты, приподнимаются к ним сталагмиты и срастаются они в сталагнаты или же цельные колонны. Есть и другие термины, к примеру, кафь верхняя и кафь нижняя. Название происходит от слова кап, придумал их российский ученый Ломоносов. Внутри каждого сталактита есть тоненькая трубочка, капилляр, через которую просачивается влага. На кончике скапливается капля воды, в это время вкладывается тоненькое колечко кальцита минерала. Если капля падает вниз напротив, соответственно, кальцит оседает снизу. И со временем эти образования срастаются. Заметьте, что процесс этот невероятно длительный. Один кубический сантиметр натечного образования в пещере в среднем растет от 70 до 1000 лет. Все зависит от количества влаги. Так что можно себе представить, насколько древнее образование в пещере. Кстати, рядом с нами колодец. Это вначале вход в мелькую галерею, то есть мраморная пещера ясно. Мы с вами находимся на верхнем этаже, но плохой данный номер не входит. Он очень удобный, мы с вами чуть дальше увидим современный. Но вот через такие секунды порой могут вылетать летучие мыши. Замечу, что это главный обитатель пещеры. Есть два вида летучих мышей, это малый подковонос и большой ушан. Влетают они через карстовый колодец, который выше расположен, на поверхность, там они питаются. Так что кушать в пещере здесь нечего, потому что туристов не так, что не отстает.
Итак, прямо перед нами символ пещеры, ее хозяин белый стрелок, потому что все видели вроде сурового мужчины, довольно отчетливо без глаз, но у второго большое ухо даже на мужчину. Итак, мужчина у нас строгий, но если в пещере на вас упала капля воды, считается, что хозяин вас одобряет. Пещера принимает, и вы скажете, как мне нравится. Так что ждите или приходите во время дождя, гарантированный способ. Кстати, если поднимете голову вверх, то можно увидеть что-то черное, свисающее со свода, напоминающее бороды, или, не знаю, как бы туристам может быть. Как думаете, что это такое? Корни деревьев. Все правильно, да. Это корни дуба скального. Он растет на поверхности. Замечу, 6 метров около того он преодолел как раз-таки за поиском пещерной влаги. Здесь он нашел. Влажность здесь около 100%. Ну, а мы с вами находимся на деревьях. Они ассоциировали натеки с различными сказочными персонажами. Так что многие из них имеют свои собственные названия. У кого работает хорошо фантазия, воображение развито, можно себе что-либо активно представлять. Ну, у кого не очень, не переживайте. В пещере повышено содержание углекислого газа, так что под конец фантазии там больше все. Итак, перед нами пещера Мамонт с большим глазом, головой, хоботом и туловищем. На Мамонте всадник. Ну, а кто же это сидит, мы с вами узнаем, обойдя его с другой стороны. Пещерная красотка. Довольно отчетливо видно профиль женщин, сидящих в смешном пальном платье. Видны характерные черты лица. Один глаз, крючковатый нос. Так что и сюда заглянула. Ну, а с противоположной стороны, так называемый памятник Мусоруба. Можно видеть бревно, вонзающееся в него тосло. Вообще, эта колонна рекордсмен по названию в пещере. Там можно найти мишек, ползущих по дереву, и ласточки на гнезду, или сколку. В общем, у кого как воображение работает. Ну а внизу боковое ответвление, там уже начинается тигровый ход. Мы с вами на обратном пути заглянем туда обязательно. Итак, перед нами целый файл сказочного героя. Например, семейство мамонтов из ледникового периода. Два маленьких мамонта, смотрящих друг на друга. Большая мама мамонт, соответственно, папа. Ну, мама мамонт напоминает, что трехгорбовое блюдо и жестоко свободится. Напротив семейства огромный циклоп с одним глазом, открытой пастью и огромной лапой. И на циклопе сверху сидит царевна Рогинка с короной из королита. Заметьте, что королита очень специфические образования, внешне напоминают морские кораллы, но происхождение не абсолютно разное. Наверху можно увидеть северное сияние, то есть трещины полностью дорогие. Здесь уже самое длинное, простирается по всей галерее сказок. Вспышка не берет. Не берет? Нет. Ну, смотри, какая, конечно, но если будет с такой яркостью будет брать, но не будет. Тут лучше все-таки есть фонарь. У меня просто уже 3 раз посещаю и ни разу не вышло. На сей раз я взял фонарь. Впереди будьте осторожны, не споткнитесь. Говорят, в пещере застрял ведьмак. Винни-Пух. Вот он. Мастит прямо. Полы. Ну что ж, я думаю, что всем будет интересно узнать о происхождении пещеры. Так вот, пещера Брамлина, как многие крыльки, она карстовая. Это полость, умытая водой. Мы с вами находимся в русле древней подземной реки, которая протекала здесь много миллионов лет назад.
Она вымыла основные галереи, и затем уже началось вторичное образование пещеры, собственно говоря, отеки. Как они растут? С поверхности поступает атмосферная влага и просачивается сквозь известняк. Заметим, что известняк порода пористая, легко поддается растворению. Вода насыщается углекислым газом, действует на него как слабая кислота, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется карбонат кальция, из которого получится образуется минерал кальцит. То есть все натеки практически в пещере с кальцитом, в идеале он прозрачный, мы с вами такой увидим в тигровом ходу. Но при наличии примеси оксида железа, глины, он приобретает такие красноватые оттенки. И мы с вами, двигаясь вперед, в основном идем против течения водных потоков. Королиты растут из лунного молока. Это условное название белых потеков. Если вы поднимете голову вверх, то на целой молочной реке можно в пещере обнаружить. Это тоже кальцит, но в несколько ином состоянии. Есть очень много версий по поводу происхождения этого вещества. Может быть, оно влажное, сухое, мукообразное. Все зависит от условий и факторов. И при определенной температуре лунное молоко подсыхает, образуется вздутие. Так начинается скорость образования. Заметьте, они также разноцветные, есть даже зеленоватые. Я думаю, что зеленые потеки вы уже видели не раз в пещере, в основном входа они были, также будут встречаться у источника света. Это ламповая флора, сине-зеленые водоросли и мхи. То есть человек – причина их появления в пещере. Мы с поверхности заносим бактерии, микроорганизмы, в том числе споры водорослей. Для них здесь идеальные условия для развития. Температура в пещере стабильна, плюс 9, она не меняется круглый год. Наличие источника света и высокая влажность. То есть водоросли начинают активно фотосинтезировать, соответственно, размножаться. И процесс уже, конечно, необратим. Итак, прямо перед нами колонна путешественница. На фоне пещеры, на фоне белого лунного молока, коричневого пятнышка. Это место первоначального тезлина, колонна сводится. Раньше это был цельный скала дна. Но он, скажем так, съехал на несколько метров вперед. Для того, что напротив нас расположен сифоновый канал. Сифонный канал – это притоки древней реки, некогда питавшие основное русло. То есть, по сути, все углубления, которые есть вокруг пещеры, это они и есть. Здесь некогда были довольно-таки мощные потоки воды, которые в итоге смыли колонну. Но замечу, что состояние в данный момент абсолютно стабильно. В пещере ничего не рушится, не падает. Так что обывалось лишь, что мы на прошлой неделе были. Кстати, замечу, что мы с вами находимся в нише влюбленных. Такое вот романтичное название, за лес периологии этому месту. Дело в том, что здесь вода обращалась вихрями. И в своде вымыло углубления в кассетке. Некоторые из них в форме сердец как раз получились. Над нами можно взглянуть. И рядом с ним контур второго. Посмотреть на своде пещеры видна голова,
двунорожками, высунутыми языком, и вокруг нее целая молочная река. Вот она откуда берется. Никакие теории не нужны. Итак, перед нами обвальный зал, это один из самых больших залов среди всех крымских пещер. Длина составляет 250 метров, высота 27 метров и ширина зала 52 метра. То есть учесть размеры, если можно, даже 9-этаж такой делать. Кажется абсолютно нереальным такое, пространство вроде как меньше. Но дело в том, что в пещере создается оптическая иллюзия, это доказано. Мы с вами все-таки все не так, как на поверхности воспринимаем. Здесь другой воздух, думаю, ощутить на себе. Обычно человек хочет спать, это нормальная реакция. Ощущается легкое головокружение тоже, в принципе, все хорошо. В 5 раз больше углекислого газа в среднем, чем на поверхности. А тут вы также озон, куда пошла дорога, поэтому сюда выйдем на поверхность. Влажность высокая, повторюсь, около 100%. И также отсутствует привычный нам ориентир. То есть деревья не растут, машины не едут, то есть размеры сопоставить очень сложно. Но нашу последнюю точку в главной галерее видно с этого места, где свет в конце туннеля, скажем так, там площадка имеется, до того места чуть более 250 метров. И мы скоро там с вами окажемся. Почему произошел обвал в пещере? С правой стороны зала можно увидеть остатки межэтажных перегородок слоистых. То есть раньше это пространство было разделено на несколько уровней, этажей в пещере было больше. И вода отдельно вымывала галерею сказок и, соответственно, нижнюю галерею, находящуюся под обвальным залом. Но под воздействием мощных потоков воды здесь также места тектонических разломов происходили землетрясения. Эти факторы спровоцировали обрушение. Таким образом, глыбы оказались внизу. Но замечу, что, кстати, проход через обвальный зал был оборудован только в 1996 году, началось оборудование. Процесс очень был длительный, трудоемкий. Думаю, сами понимаете, что никакая техника в пещеру не заедет, так что все это ручная работа местных мастеров, скажем так. Но у нас есть отличная возможность спуститься, пройтись по обвальному залу, что мы сейчас с вами сделаем. Перед этим запомним площадку выше, над нами. Называется это место «Карман». На обратном пути вся наша большая группа собирается в кармане, мы ждем отстающих, и тогда уже организованно двигаемся в сторону тигрового хода. Мраморная не самая глубокая пещера на четвердак, есть у нас и поглубже. К примеру, ход конем бездонный, это полностью вертикальные шахты глубиной около 200 метров, даже чуть больше. То есть без спецоборудования, экипировки, конечно, не спустишься туда, разве что случайно. Так, рядом с нами еще одно интересное пещерное образование, получило название «Поцелуйчик». Тянется сверху сталактит к сталагмиту, то есть вскоре они срастутся, возможно. Ну, по самым оптимистичным прогнозам, лет так через 700 это произойдет. Так что приходите к нам в гости, я вас точно буду ждать. Говорят, пещера омолаживает, то есть такое свойство у нее имеется, действительно, из-за повышенного содержания углекислого газа, по идее, процесс старения слегка замедляется, так как процесс окисления отсутствует. Так что я вас точно буду ждать. Кстати, если поднимете голову вверх, там можно обнаружить довольно-таки крупные кристаллы кальцита. На стенах, на сводах они сконцентрированы.
Только в этом месте, главное говорить. Дело в том, что напротив положенной стенки большое количество сифоновых каналов, и, соответственно, конденсат оседал напротив в этих местах. Ну, стенка вообще получилась очень красивая, яркая. Здесь те самые королиты, которые мы видели на выставке, но уже объяснительно. Обладают они светонакопительным эффектом, то есть это тот же кальцит с небольшой примесью оксида железа. Если преподнести яркий источник света, к примеру, фонарь, такой свечки, подержать некоторое время, затем резко оторвать, одну-две свечки будут гореть и определять на световом оттенке. Но замечу, фосфора там, конечно же, нет. В идеале кальцит прозрачный, но правильно кристаллическая решетка при наличии примеси нарушается, скажем так, и свет некоторое время там задерживается, блуждает, всегда такой интересный эффект. Ну вот рядом, к примеру, неподсвеченные свечи, те же самые. Но если вдруг кто-нибудь в группе умеет петь, может быть,
заниматься, только это не так. Конечно, можно где-то сделать. Заметьте, что свод пещеры в форме арки. Это уже стабильно, достаточно устойчиво касается. То есть от звука угрозы обвала пещеры. Их можно. Поднять голову вверх и очень хорошо прогнуться, как на мостик. Можно наверху быть перевернутый горы. Там мегаполис, речь, дорожки, леса, в общем, все, что видишь. Только главное не увлекаться. Действительно, когда дайвинг, что-то похожее, когда вот ныряешь вдоль стенки, такое видишь. Реально похоже. За этими колоннами глиняный зал, то есть там очень плоское пространство, много глиняных отложений и также кальцитовых напластований, которые периодически обваливаются даже во время спуска. Именно поэтому эта часть пещеры не оборудована. Спланировали 150-200 метров, в ту сторону еще пройти можно. И может быть даже соединение с пещерой именно Бар-Хасар, которая в километре от нас находится, тоже большая карстовая полость. Все это раньше была одна система, но опять-таки очень много глины, которую приходится раскапывать вручную. Так что процесс очень длительный, трудоемкий. Копали, но ничего, в общем-то, не докопали. Рядом с нами, кстати, озеро желаний. У кого есть заветное желание, можно здесь в пещере загадать. Только есть еще ритуал своеобразный. Достается монетка, шепчет на нее желание, чтобы никто не услышал. Уже после этого бросают в воду, чтобы такой бульк получился, скажем так. Чем громче бульк, тем, по идее, быстрее сбывает желание. Ну, а мы с вами уже в тигровом ходу. Как видите, галерея кардинальным образом отличается от главной. Пространство здесь очень узкое, маленькое. Местами своды очень низкие, поэтому сразу предупреждаю, будьте осторожны.
Думаю, мраморных шишек себе на память заработать никто не хочет. Потому что красок не выдаем. Ну что ж, проходим потихонечку вперед и не отстаем, не растягиваемся. Расчищали проходы, чтобы сами могли поместиться в полный рост. Замечу, тигровый ход изначально был изолирован толстой кальцитовой коркой от главной галереи. Тоже в 90-х начали его оборудовать. И, кстати, в разрезе, скажем так, образует спираль, ход тупиковый. Проводная штука. Красота, да? Не полдеть. Стоять. Thank you.
Относительно этого, конечно. Что говоришь? Своего. Как зубы. Фабрики. Рубили, да? Ёжик такой. Действительно, кораллы чем-то похожи. Обалдеть, ох, какая красота. Фотографировать будет? Да.
сильно много. Ну, сейчас не тупиковый, то покажу, куда выходит. И внизу также очень примечательное образование. Называется геликтиты. Название происходит от слова «извивающийся». Если присмотреться, то иголки вращаются в различных направлениях, что противоречит, скажем так, закону притяжения, скажем так. И присмотрите, если присмотритесь, там крючки даже можно увидеть. Нет еще пока что единой версии теории по поводу того, какая сила движет тем, что иголки вращаются таким образом. Ну, возможно, воздушные потоки также могут капиллярчики забиваться, скажем так, чем-либо глиной или прочим образованием. Ничего себе, смотри, вот это все натекло. Да. Угу. Вот это я понимаю, сталактитик во всю пещеру. Кстати, перед нами сталагмит был, вот это тот самый, который обещала. Вообще назвали его драконий клык или тещин зуб, так вот. Да, так что можно постирать его немножко. Я еще покажу. Посмотрите, рядом можно зайти в необорудованное, самое безопасное, тысячеголовое, вот конем, ой, простите, тысячеголовое и холодное. Угу. Потом есть гроты здесь, партизанские, охотничьи, то есть на карте обозначены пещеры. Угу. Если есть карта, можно есть посмотреть, все нормально. Но это вот самые такие, горизонтальные, куда... Да-да-да, горизонтальные, вертикальные не надо. Да, не надо, окей, я поняла. У нас нет обвязок. Да, с экскурсией можете посетить еще рядом пещеры именно Бер-Хасар. Ага, хорошая, а красная красивая пещера, вот это что такое? Красная тоже недалеко находится, тоже хорошая. Она оборудованная? Да, частично. 250 метров, там еще за сифон можно идти, то есть с аквалангом погружаются. Трехглазку зайти. Рядом с пещерой именно Бер-Хасар есть трехглазка. Там тоже с обвязкой, они через озеро пролазят над ним. Ну, то есть там маршрут коротенький, не очень длинный, метров 300, наверное, может чуть больше, точно не знаю, не скажу. Но тоже, да, то есть комбинезоны выдают, в общем-то. Да, но пещеры до 7 работают, учтите. Ну, да, это мы уже поняли. Ну, заночуем где-нибудь тут. Тут рядом, кстати, есть точка, база для туристов. Uh-huh. Прямо рядом с именной базой. Uh-huh. Огороженное такое
Ага. Пространство с заборчиком. Там можно, если что, и палатку, или просто домик. Ага, как хорошо. Деревянные есть домики, обычные. Я понял. Ну, там, кстати, на следующий день поползать как раз по всем пещерам. Да, на следующий день можете взять карту, свободненько погулять, поискать пещерки. Просто аккуратненько, в общем-то. Понятно. Можно пойти на обрывы погулять, там тоже очень красиво. В сторону Чаттердана. Ну, какая все-таки красотища. Вот это вот Белая королева, да? Красота. Бесплатный.